Зло плясали надо мной облака, мир горел, его никто не тушил. Кто-то в хаке нес меня на руках, кто-то в белом меня резал и шил. Я как мог старался, сдерживал плач, но когда вдруг наступившей тиши неожиданно заплакала врач, понял я, что ж не стану большим никогда. Я не стану большим никогда. Я не стану большим. Так, друзья, вот я уже показывал чехлы. Ну, грубо, туристические, дорожные, внедорожники. Вот у меня сиденье из кожи, да? Если вдруг что-то, не знаю, печенюшки, всех не шужи пока. Вот у меня сиденье из кожи. Если вдруг печенюшки какие-то, да, там, не знаю, там, кто-то трескает, там, баранки, то есть острые, что-то попадает, и, грубо, ну, можно кожу поцарапать, повредить. Вот, зачем это нужно? И еще, допустим, если какая-то грязь, вдруг застряли, грязные все, садимся, тоже неприятно. Кожа еще, ладно, можно протереть, а ткани уже проблемно. Поэтому есть вот такие чехлы. Очень быстро одеваются. Крайне простые, они из баллони, по-моему, сделаны. И вот мы их так одеваем. Они легко стираются. Вот такой чехольчик получается. На самом деле очень удобно. Одеваются очень легко. Все лучше просто в первый раз делать. На самом деле все это даже быстрее. Ну и куда даже, куда быстрее, все это быстро. Поправь сейчас там, ну, распрями. Все, чехол готов. И все, вот. Сиденья защищены. Очень удобно и практично. Илюшины портки сушатся. Так, друзья мои, все-таки я пробрался в Крыбалык. Глубина здесь местами вообще 0,5. Сейчас попробуем здесь половить на моих секретных местах. Ого, блин, если мертв. Пытаемся отбить его. Там такой печенький, просто якорь не держит, короче. Да. Опа, стоит. Блин, я его не посеку со всей этой. Так.
Надо его обмануть. Он, видишь, просто не засекается. Хотя должен засечь. Вот там он стоит. Упс. Такой малыш. И резина Мил Макс. Весна.